Всем добрый день, меня зовут Оксана, я рада видеть вас на канале «Кулинарные приключения». Сегодня будем декорировать детский торт, я бы даже сказала девчачий детский торт. Он будет розовым и сверху будет лежать такая небольшая мастичная мини-маус. Ну, в общем-то, вы по картинке все это уже видели. Давайте я покажу, какой бисквит и крем я подготовила для этого торта. Бисквит у меня ванильный, масляный. Пропитку для этого бисквита готовить не обязательно, он сам по себе довольно влажный. И я готовить не буду пропитку. Но если вы любите сочные, влажные коржи, то, конечно же, приготовьте пропитку. Я буду пропитывать абрикосовым вареньем. И также в прослойку у меня будет идти творожный крем. И обтягивать торт я тоже буду этим творожным кремом. Рецепт этого крема есть на моем канале, и рецепт бисквита уже есть на моем канале, и, по-моему, даже рецепт этого джема тоже есть на канале. В общем, все ссылки будут в описании под видео. Сейчас давайте соберем этот тортик и украсим его. Наверху торта у меня будет лежать вот такая милая мини-маус из мастики. Сейчас мы ее с вами и сделаем. Сначала нужно вырезать на бумаге все детали, затем эти же детали вырезаются на мастике. Thank you.
Вот такой вот тортик у меня получился. Вы уж простите, у меня здесь ребенок немножко подгрыз ухо. Ну, я думаю, ничего страшного. Сейчас будем разрезать и пробовать. Такой вариант декора, мне кажется, очень простой. И вы сможете повторить его, даже если никогда не работали с мастикой или кремом. Потому что, ну, все просто. Большое спасибо вам за просмотр. Приятного чаепития. До новых встреч и пока-пока. Да, и пока-пока. Кто там кричит? Кто там кричит? Кричит. А я тебя вижу. Ку-ку. Ку-ку. А вот такой вот получается разрез у торта.